Ну, соберитесь и разберитесь их отношения. Че? Второй заберешь? Ну, а что, да пусть Райс время стоит. Могу я забрать. Ну, у него прожимки. Я могу забрать второй, чтобы прожимки оставить. Просто под это все. У меня нет прожимок, поэтому мне похуй. Я предлагаю надо убить босса, по-моему. Ну, вон Райс говорит, он сначала свою подаст, потом ему дадут истерию, потом еще раз что-то там сделает. Окей, ладно, пусть Райс все время собирает. Ну, да. И посмотрим, как раз сколько ДПС даст. Каплю еще можно давать. Так, все, пуляем? Пуляем. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. По меткам встали. Мэлд, тогда ты, получается, стоишь на этом. Заберите мою зеленую. Заберите зеленую. Подожди. Мэлд. Ну давайте, ладно, все, уходи. Все, ухожу. Иди. Бля, это обидно, это прям пиздец. Керу. А чё мы так в такой куче встали-то? Раньше между собой. Фейка. Ну, состав и говно, конечно. У кого говно? О, в кармане, проверяем. У меня нет кармана. Сейчас лужа будет, офнули фут. Лужа. Все, стоим, бьем спокойно. Больше не будет луж? Да, все, 42 стака. Рай запрохил. Готовимся отходить. Отбежали. К стенке. Блять. Куда бежим-то, блять? А ебать, Пирекс. У нас же другая тактика сейчас. Да. Смотрите, где меня сложило. Слышите, посмотрите, где. О, блять. Уходите к телескопу. Так у нас же хант, мы вот так можем все убежать просто, все вместе. Нет, нихуя, просто уходим к телескопу и все. Ты что сказал? А я посмотри, где сдох. Ну так, чтобы посмотреть, докуда он дышит. Он на секунду дышит. Хуя, если Рей заставит на этот, на босса, потому что мы не луч, потому что у нас... я с одной дамажу, не кидаю. Дамажить, ладно. Но я совсем ничего не дамажу, то есть там, типа, ну... ну, типа, автоатака. Плюс печать, все. Пока ну, ты стоишь на луче, ты дамажишь все, что угодно, а потом нет. Ну да, пока у меня мана одна не останется, да, я дамажу все. Он же меня ману до нуля снижает. Я знаю. Ну, хорошо, что ты знаешь, лень какой. Простой парень. Ну, больше неким жертвовать. Все больше тебя бьют. Если сова хуже бьет. Не, сове нужно, если БР дать. Ну ладно, согласен. А если мне каску Рейза придется давать, а я без маны? Донта, а что ты хочешь по обычной строте, где все будут отбегать просто в одну сторону? Только чтобы потому что ошибиться проще. Просто чтобы ты дух стаи свой давал и все. Ну я и так даю дух стаи, но все равно ошибиться проще. Поэтому мы просто убегаем в телескоп. Мне кажется, все просто так убегут, наоборот, так как бы легче. Ну ладно. Бля, что-то засыпаю, пиздец, ребята, давайте быстрее, больше динамики. Давай, Рей, кричи на нас, что мы херовые. По щам ему дай, Рейс. Давай. Бля, да Рейс классный парень, только... Там не бафал. В смысле? Друг, ну смотри, ну у тебя есть каска, что ты хейтишь? Ну что ты ноешь-то сразу, что ты ноешь? Я не ною, я просто спаточки хочу, это уже другой вариант. Я спать хотел еще в 9 часов вечера, все нормально. Все нормально. Ну, согласен, это моя ошибка чисто, я был неправ. Сейчас доем рыбу, на тебе всю голду, которая у меня есть. Ладно, пишу не всю, 5 голды, на. Заслать, забери. Просто на ремонт. А, смысл отменена, ты что, не уважаешь мои деньги? Давай мне. Нет, тебе не дам. У меня нет каски. Ну ладно, хватит флут. Донт, командуй. Каски.
На Мелсе нет каски. На Мелсе нет каски. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Я там ракет сразу полетели, хуй это. Зеленый луч. Да, мне большой бурт и все, и дальше, блядь, автоатака. Сейчас лучше будет, готовимся. Ладно, пиздец, на следующий дальше. Лужа. РТД, вы между собой раньше даже еще держите, чтобы уже на двоих не прохнуло. Рай запрохил. Сейчас еще одна лужа будет, готовимся. Лужа, Райс. Да. Соберу луч. БР по нему дайте. Готовимся отходить. 43. Убежали. Вас бафы дайте, пока бежим. СС по Райзу дать? Да, по Райзу. Райз, я делаю все что угодно, чтобы дать тебе каску. Брат, накопил ману. Все, держи, Райз, тебе СС. Можешь снова убить. Дайте бафы по Райзу. Перебежали к стеночке. Приста баф. А вот есть. Инты. Закончилось. Где мой фласочка? Дальше куда бежим? Дальше будем назад сюда уходить. Чё за фигня? Чё, блядь, я лучше? Извините, всё, я пошёл. Перекс, ближе к стенкам, держи его в следующий раз. Готовимся сейчас лучше, Райс. Опять убер. Да, он еще лучше, он лучше. Райс умер. Сейчас еще лучше будет. Да, а меня подбежал. Никто не хилит, да? Да, подбежал. Что Райс сделал? Вставай. Да, он уже лежит, как он встанет. Убежали все. Поймай на себя. Я далеко. Точнее, близко. Все, хорош. Стоим пока. Сейчас будет еще раз задует в него. А где там? Еще задует, стоим, ждем. Вот теперь побежали. Давай я заберу синий. Кстати, а есть Гера? Ну, что там мало спот, совсем печально все. Сейчас луч будет, уже будет. Ой, это ты СС сейчас стал? Сейчас еще одна уже будет. Я притворюсь. Прохил. Достиг будет, я умру просто. Ты умер от непрохила? Да. Не, просто луч сам убил. Все, пойдем. А сейчас хватит ДПС. Рибав пора. Как? А зеленый, да? Некому, да? Мелт.
Раз, уже. Давайте падаем. А я не могу взять, там не добав. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Вы опять разве не бафнули, что ли, в чем дело? Не знаю, каску дал. Ты уверен? Каска была раз на тебе? Должна была быть, я кидал. Да в смысле не было? Ну он же два раза умер, или три он раза умер. Или три раза умер, я не знаю. Понятно. Второй его легендарий ДС я не заметил, сорян. Тут да. А вы не можете объяснить, должен человек стоять фулл, все стаки? Сколько там? Можно стоять, делать, не ебать голову, ну типа... Нет, надо фулл стаки, смысла нет. Смотри, если мне дадут 2 щитка, то я дам 20к ДПС, и твой 5к, либо 4к там на ШП, либо на ретрике, он нахуй не усрался. У меня пиздюли идут 100к, когда ты 100к ДПСишь 10 секунд, мне надо дать один удар. Это 0,1 миллисекунда, нахуй. Давайте я каплю, да, если у меня маны хватит. Ты просто держишь на мне щиток и ДЦ, или ШП там держишь щиток. Все, больше от вас ничего не надо в этой игре. Все, ничего сложного. Прости, вы так и будете делать. Так щиток-то слетает, сразу поглощение уходит, он слетает, потом дебаф висит. Ты по КД бафаешь просто его и все. Тогда ДЦшник у него уменьшен, по-моему, этот, да? Это Холли, но это не важно. А, ну да. По-моему. Сум, даю шкаф. Давай, дрищ. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Хороший парень, позитивный. Да ты помнишь, ты все время говорил, что я дезморалю, ты чего? Да это не раз такое не было. Да ладно. Бля, у меня гроза идет. Вот. Там каплю можно давать в стаках на 30, там 35. Нет, у меня одна единичка маны, я не могу капельку дать. Ну, значит, надо другое тело поставить на зеленый луч. А давайте, ну, правда, какие-то эти давать сейвы. Чё там есть? Дух, не дух, хуюх, не знаю, зубы. Что, давайте, Лерой Дженкинс. Бафните только, пожалуйста, Рейза. Не бесите меня. Пюрех без флаг, без флаг. ГП. Вот сейчас, так уходите от зеленого, я его держу. Мой луч. Я пету-то не могу поставить? Не могу пету-то поставить, чтобы он ловил? Не знаю, я мастер дам, если чё. Лучше сейчас будет. Готовимся. Уже. Ну вот на последнюю можно чем-нибудь дать Райзу, чтобы он выжил просто и все. Остальные. Дай сокру Райзу. Да не сейчас, зачем сейчас ты? Там ангела дали, все нормально. Ангел должен. Сейчас будет уже, готовимся. Уже, мелт. Мелт, блять, уже. Ну, готовимся, сейчас отходить будем. 44. Еще секунд 6. Еще 2 уже, все. Да какая капля, у меня маны нету, одна единичка. Побежали. Все, пришли. К стеночке. Рейс, ну машина, базара мало.
20к ДПС. Лол. Согласен, достаточно смешной ДПС, можешь посерьезнее бить. Мы бы смеялись над тобой. Так, Рейзу щитов нужно успеть кинуть, до того, как мана кончится. Оп. Сейчас лучше будет, готовимся. Не, ну на первый-то он живет, на второй, не знаю, живет или нет. На второй щиток было дать, а на третий... Лучше сейчас будет, готовимся. Кроме ангела, что еще есть? Ничего, я считаю, что дальше к мутритому пока... Все уже будет, готовимся. Где уже? Ну, на красном. Потом. Хорошо. Край запрохил. Сейчас побежим ужас. 49. Вась, уже 17. К стеночке поближе чуть подходим сейчас. Смотрим, если не дует, побежали. Побежали. Аккуратно, не сцепли. Обрезываем стену. От красного отойдите, сова. Красный луч. Ой, луч появился. Да. Райс от меня далеко. Поближе станет лучше. Он не уже. Сейчас еще одна лужа будет, готовимся. Истерия. Да. Лужа. Какая? Сколько дух откатывается? Есть. Готовимся еще уже. Дай фразу, Райза. Да. Мастера он дал. Где лучше? Смотрим сейчас. И че, где уже? Да он выдал далеко, я мастера сдал. Все нормально, выжили. Все, Рейз, надо добивать. На мужика. Отбежали. Поймай его сейчас, каст. Хорош. Мы тебе с тобой друзья, да? Дай гимн на ману. Да. Все, побежали к сыночке. Я гимн просто. Я пока не могу прочитать это заклинание. Красный, он бежал урочку. Первый уже был. Мастер 60. Сейчас еще одна будет. Готовимся. Была. Угу. Готовимся, еще будет лучше. Примерно вот сейчас. Мрайс. Нет, его никак, он все равно умрет. Я у него все-таки по щитком был, под молитвой, под обновление. Ну еще поднимаю. Есть не ОБР, да, да, да. Убегали. Побежали сейчас. Пизда. Я могу стать. А, БР нужно сдавать в хилу. У нас минус 3. Давать нет. 28%. Давай попробуем. У нас только хил умер еще. Три. БРочка, вот Фьюри и Райс. А, ну все, БР нельзя дать. Хуйня получается. Лок тоже. Чему? Дом встает.
Я сдал тебе руки. Там все, вот сейчас будет, позже будет. Еще готовимся, сейчас слушаем. Танди на луч кто-то остался, фейка. Блин, конец туда в односиний луч. Да, побежали. А с чем, сколько он там убили? Что-то лям типа снесли ему. Маловато. С даном. Нет, нормально. Отлично. Попробуем фейка вставать на ночь. ШП, ШПшечка лучше, он отхилится, если что. ШПшка? Да, ШПшка там этот сам отличится. Останови ШП на синий луч. Чаще персада, да? ШП много стаков накрутит и сможет прожить. Под вампиры, там все сейчас. Сейчас еще два. Вот ШП. Ну, ШП еще, блядь, стал, конечно, на как стал. Ну все, заходите в лужу, чего. Да, падаем. Он же раньше не шел, ты должен тем, кто под ущем был. Что это стало? Не, выходить моментально нужно. Так я тебе говорю, сейчас Райс умер под этим лучом. Нереально из него выходить моментально. Она кинулась и сразу тикнула. Она нету там одной секунды, чтобы прошло. И каждый раз мы вот так вот проходим, вот только тогда, когда тот чувак, который стоит под синим лучом, на него не кидается вообще ничего. Главное, чтобы на него на третий стак не кинулось. Ну, да, все главное, наверное, на втором еще, может быть, можно отбежать, типа, если ты прям супер-кибер-атлет, а на третьем нереально. На лут донт объясним. Да я не знаю, я бы менялся бы, два человека бы вставало, один там, сколько там, 20 стаков, потом второй 20 стаков, и все, потом заново. ДПС очень много теряется из-за этого. Блять, ну вот мы как бы ни разу не пробовали, успеем мы так не успеем, я как бы хуй знает. Потеряется, да, много. Ну там сколько, наверное, 5-10 к ДПС суммарно. Да нет, зачем, просто сейчас то же самое делаем, да. И все. Да я не знаю, я входил в шоу, и у нас все хорошо было. У нас ШПшка стоял и ни разу не умер. Не, ну это зависит от того, как кинется лужа. Вот все пять раз, когда мы перебегаем, последняя лужа, чтобы не кидался в того, кто стоит в синем луче. Если не кинется, то все заебись. А если кинется, ну хуево. Ну шанс процентов 30, что она кинется, да, там. Или сколько. А дживс есть у кого-нибудь? Ну, у меня есть дживс, да, даже без КД. Ну, то я что-то засыпаю. Сейчас вижу, поставлю. Нет, мое предложение, давайте, может быть, так делать, когда есть ангел, тогда на третью лужу, тогда пусть Райс дамажит. Если нету ангела, то меняемся. Как такое предложение? Ангел, чтобы он выжил. Да. Потому что еще его спасу, для этого его не спасают. Ну, молитва, она хилит после удара, а если это ваншот, то она не отхилит. Так, где там? Где? Стою, ставлю. Кушал. Вижу. Дон. По-моему, у кого-то... Щитки нельзя два кинуть, Райс. Там когда щиток же, он это как его. Он сразу дебаф на тебя вешает.
секунд на 20 и все. А, он и про разные щитки говорит, понял. У паладина маны нету. Чтобы... Я даю, да, я даю, когда у меня мана еще чуть-чуть остается, я скидываю щиток и все, и дальше. Наверное, пофигереть. Да. Ёпты. Ой, на мне есть каска. Другого, говорит, поставь на луч, а не паладина. Ну, типа, капля заебись помогает, блядь. Давай я на зеленый встану тогда. Давай я встану. А типа тебе поебать на ману? Пофейки и каску пофейки. А, Райс, ты имеешь в виду другого научного, какой, на зеленый, на синий? На зеленый он имеет в виду, чтобы ему щиток могли давать. ШПшника ставьте на синий, а Райза на зеленый. Все, и давайте бить нормально. На ШПшника каплю даст, паладин, будет заебись. На 35 стаков. Зачем у него... Ну, тоже, блин. Типа паладин на зеленый, который каплю кидает, это за лук чисто. Че, ты готов? Не-не, ну вы решите там. Давайте так как делаем. Мне нормально все у нас было. Просто чуть аккуратнее рандомчик словить, чтоб на Райзе третий раз не кидалось. Все, все готовы? Давай, Пирекс, как подойдет, запускаю. Мелт, а если я там в стаках на 30 у тебя заберу зеленый, там дальше норм у тебя будет? Да не, там он еще ману восстанавливать надо. Ну, понял. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. У фейки нет каски. Дрищ, дрищ, дрищ. Отбежал. Каску по фейке, да? Кашка, дай ему ангела. Дойду его, господи. Готовимся, сейчас еще лучше будет. 17-18. Уже должна быть. Уже 2. Этот, сука, нету. Готовимся, сейчас еще будет уже. А, уже было отлично. Да, нормально. СС есть, надо кому-то дать? Ай, надо. Готовимся, сейчас отбегать будем. Тебе побежали. Ангел есть. Хорошо, это на следующий будет каст. Все отбежали, отлично. Сейчас сразу щиток кинь на него. Да, да, сейчас, на. Да. Сейчас подойдем еще и просто закину. Сколько твой щит? Уже было, раз. Сколько висит твой щиточек? 30 секунд. Минуту. 30. Ну, он до 30. Уже еще одна. А, фейка вижу. Давай, ангел. Уже сова, 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 сова. Все, сейчас 45 уже стаков. Побежали. Все ушли, отлично. Стоим, ждем пока, сейчас еще один каз будет. Все, в стеночки можно.
красные отошли. Зеленый был, сори. Хоч, сам. Есть. Хоч уже точнее. Сейчас еще одна будет. Готовимся. Боже. Готовимся уже сейчас. Боже. Танк. Отлично, дамажим, просто дамажим. Реза прохил. Сейчас побежим. Все побежали. Ура, Райс, мы друзья. Меня чаржится. Все, идем. Что? Долго 20 секунд. Зал щиток. Готов, ты готов, уже сейчас будет, готовьтесь. На 22. Уже сейчас. У меня было. Не сдох. Давай, духу. Дал, духу. Готовимся уже сейчас. Лучше сова. Отлично. Просто дамажим. Сейчас повернешь его, каст. Поймаешь каст чуть-чуть к стенке, которая к дальней, где мы заходили, ворота. Противоположная от этого. Все, побежали. Еще раз. Ковхил, а, Иннер отдали. У меня есть СС? 8. Да сейчас допивать должно, чтобы посидели. Ну, да, и... в случае с, не знаю, там, Рейзу, наверное. А Рейзу смысл, если он умрет, то он умрет в луже, ну, он не встанет. Мне, чтобы я мог занять этот зеленый луч. Такого не было. От красного отойдите. Кому дать не будешь? Никому не давай. Готовимся лучше сейчас. Я сдал. Мастер Аурани. Отдал. Еще одна уже. Готовимся. Райс. Отлично. Прохил сейчас его. Он умер от лужа? Ну да. Он не умер. Это вторая была, потому что... Сейчас еще одна будет. Все, готовимся. Пойду. Танк. Отлично. Пытаемся отходить. Все, будем. Все, сейчас добиваем его. Фух, или как Райза затащили. Надо он-то вешать. Да, зачем вы так убьете без меня? Господи, почему? Я готовимся уже. Уже была. Уже. Вот сейчас уже будет. Что? Вой сейчас что-то будет.
Готовимся еще одного уже. Вот прямо сейчас. Ну все, ну сильно. Молодцы, молодцы. Изи. Не почувствовал. Че, где босс? Поднимите меня, пожалуйста. Где вагон? Ладно, с МП5 пояс. Тишева. Прибежал, сел покушать. Не маны не до медичка. Да я видел, видел. О, кристалл бездна. Фотки бисовые. А у Лока есть какая-нибудь хуйня, чтобы спастись от падения? Нету ничего? Давай, давай, я готов тебя поймать. Я уже спрыгнул. Не поймал. Я уже спрыгнул, не, ну вообще. На обрыве портал оставляешь, возвращаешься назад. А, ну да, норм тема. Какач еще раз. Пока не выживешь. Или просто на краешек ставишь. Пока не поймаю в эту гравитацию. На краешек встаешь, ставишь портал, он внизу оказывается, да? И как раз нажимаешь телепортнуться в портал свой. Нет, ну, еще один пояс. Салам алейкум. Бля, были бы они буешные, конечно. Ага. Я тебе... Было бы в них две дырки, блядь. А не одна, блядь. Дырок 8 было бы оптимально, мне кажется. О, чиниться уже можно. Почему чиниться нельзя? Давайте к шахматам потом вернемся после Малчезара. Че, шахматы сложные или нет? Да вот мутрные так. Они. Угу. Раньше они багнутые были на X2. Нормально было проходить, когда можно было там хилить везде. А тут? А, сейчас можно хилить. Сейчас можно тоже хилить, да? Хилить бабл. Через бабл боб, без разницы. А, ну вот, тогда норм. Ну да, потом просто если что, этому главхилу даю боб, и он пошел под гера наваливать. Я вот даю бабл и флешками закидываю. По-моему, на нем дебаф. Больно, конечно. Снимите? Нет, это дебаф на нем. Это не больно. Пюреха, прожмись, пюреха. Так это дебаф на нем был. Типа хилить его нельзя. Там сзади один бомб нас бьет. Я бы затаунтил на себя, но мне больно будет. Чего, чего, затаунтил, норм. Фейке было не больно, а тебе больно. А я паладин, но я не маг. Маги сильнее. Все равно долгий, да, сегодня каражан получается? Ну забавный, конечно. Но если бы рейс не хейтил всех подряд. Нормально бы прошли. Он дезморальный. То есть на 20 минут быстрее пройдем. На 30. Зато мы тогда этого Мукшизара с первого удара убили. Ой, с первого края. Нихуя с первого удара. Ну, с первого удара, вот с руки, да. Чё бы я там один стрелка в одного, в одного хила, да. Желательно, которые щитки кидают в мелизоне, чтобы никто не отбегал. Не, не, с такого. Я еще ФПшки покидаю. Эршам. Надо только договориться, кто как считывает и все. Легче отбегать. Нет, легче, смотри, с ним считывает Рейза, я считаю Невера. Зачем мне считывать? Чтобы мы не отбегали, чтобы убили босса. Ну там он до одного хп же сбрасывает жизни. И сколько он там бьет, немного. Нихуя.
щиточек, видимо, он не пробивает. Там моб сзади прибежит, нет? Прибежит. Рейс его, он видит Рейза и развернется и убежит. Я бы убежал. Хотя мы с Рейзом уже к арене будем вдвоем, да, Рейз? Типа на конях забегаем на арену, я сдаю мастер аур на коня, подбегаем, и ты убиваешь. Где-то я слышал. И смотришь, как Рейз убивает всех, да? Да, да, да. Я говорю, мне главное ему скорости добавить немножко, чтобы он быстрее добавил. Где-то я это слышал уже, по-моему, сегодня. Так, давайте рыбку ставлю. А только ты умирал. Потому что это рабочая тактика, как его, на секундочку. Ну лучше еще не придумали на этом сервере. Ребят, пацанту дайте. Я там единственный вагон, кто умер. А, тактику стоим, бьем босса. В нас летят метеоры. Такие големы. Они его ешут. От них мы отбегаем. Я бегаем вон за ромбиком. Куда скажу, туда бежим. У нас какие там на 20% фазы? На 20% он, по-моему, кидает их значительно быстрее. И бегать надо больше. Керу даем на экзекутки на этой фазе. Да и бьем босс. В принципе, все. Ловим рандом так, чтобы нас не закидало этими големами в угол. Вообще, твоя цель Рейза считалась вполне. СС раздайте. Кому СС дать? В хилу? Там, наверное, Сове. Сове, мне кажется. Сове даю СС. А ну хотя да, не, давай Сове. Ладно, Рейза, давай. Хотя по КД считалось. У меня вставалка есть. Все, я дал Сове СС. Рейз, смотрите, новую каску дал. Да. Пизду, я лучше, бля, бегу, мне страшно. Эстабав. Я ждавал, я был. Я шумер. Так я давал еще раз. Ну, значит, нет. Был еще так, раз. Где там эта дырка? Даже сюда, по-моему, да, там убегать надо. Вот сюда ставишь, да, убегаем в крестику сюда. Ну, то есть его условно даже вот отсюда можно даунить и вот так вот развернуть. Вот так вот. Вот так. Все, сейчас придем, пуляем. Давайте в фромбике плюс-минус такаемся. Кто туда, да, можно даунить его и повернуть в луну. И нам будет очень удобно туда ходить. Но нет, чуть-чуть не так. По-моему, говно получится какое-то. Что, блядь, происходит? Точка, встань тоже ко мне. Хорошо. Чтобы вы там это. Я и так не очень понимаю, куда они летят. Так-то понять сразу стало. Да, я тебя дал по тебе щиточки. Я побегал в что. Ты не хочешь скопать? Да я не понимаю, где мы идем. Почему у меня чек такое поставил? А, все, вспомнил, где мы идем. Летит у нас. Нет, не у нас? Нет, далеко, далеко. Я тебе дал щиточек, может бить. Хорошо. Дай Игер, Паша, мог. Пока вроде сложно будет. АЦ будет сложно. Он там просто. А у щиточек пора. Рай за щиточек. Да-да. Летит.
В нас. В нас летит. Давайте левее отойдем. По правее, правее точнее. Еще правее. Врочка, отойди, Лёш. По райзу дай щиточек. Хорош. Я поймал, ты должен. Я дал. Только сам близко стоял. Ну, вроде сказали выручки, что умрёт. Резать? Так да. Я... Можно касочку? Да. Лети в мелизону. Давай, пип домой, давай. Я прям. А не, хорошо ли? Вроде бы не задевает вас. Не задевает, чуть правее. Все вот так нормально. Только лучше РДД прям в этот уплитесь. Дальше, где назад отойдите. Совет. Ага. К выходу нахуй, вдруг откинет еще заводится. Летит не в нас, все нормально. Кажется, чем больше ДПС, тем хуевее он их кидает. Такое чувство. Первый раз, когда пришли, он вообще кидал в разные стороны. Только не в нас. Нас летит в РДД. Нас летит. Давай назад, назад отходим. Я тебе недавно читавчик не успел. А, не достаем, да, мы? Конечно, не достаем. Босса надо к нам вести. Блять, ладно, ладно. Босса пошли надо... назад, пошли назад. Да, надо босса уводить отсюда. Райс Мэлт аккуратней сейчас. Не умер. Иди сюда. Переводи, переводи дальше, 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 дальше. От этих. Я дал гем на всякий. О, прилетел сзади еще. А да, гем, давай. На 20. Блять, правее летит от нас. Когда они сейчас исчезать должны уже. Обратно идем. Ну, за ромбиком, за ромбиком. Все, все отлично, исчезло вовремя. Да танк. Да зачем? Не, и танку можно тоже. Да зачем? Нормально была позиционка. Сзади летит, вас, по-моему, прилетает. Да, ближе к боссу. 23%. Блять, откинет, нет, вправо. 21%. По-моему, на мелизон. 20 керу. А уже была. Мелизон, по-моему, летит. Котярок уже была кера, да? Я бы ровно мелизон летел, пизда. Пиздец. Давайте кромбик. Дайте перекс укрыли или что? Зеленку, да. Имею. Падаем. Ну все, вообще. Да я не знаю, нахуй побежали. Вот здесь бы оставили его, блядь, и не ебали голову. Где? Ну вот как где, ну он здесь стоял, когда вы перешли. Где мы бить не могли. Могли. Вы могли там бить. А, когда ты меня что-то назад повели в мелизону? А, ну назад не надо было его вести. Ну да, то есть то у нас было много пространства, а его завели между двумя этими. Ну, мы сами в коридор себя огня загнали и пиздец. О, встал туда. Вольт Фьюри встал. Ну, какая. Ничего сейчас страху. Нормально. Бля, как удобно портал этот сделали, не нужно тебе, бля, через здесь кражан идти. Ебать, правда? А и чё я лежу как дурак тут тогда? Да я встану. Вот мы, блядь. Бля, ну конечно 20 лямов до хуя, по-моему, нет хп? Нормально. Не-не, нормально. Самое то.
Потом сделают 5 лямов, блядь. На X1 вообще непроходимо первое время был, вообще, блядь, еле как его душили. Он, блядь, кидал эти метеориты, ёбнуться. Там скорость, блядь, там через каждые 3 секунды летела хуйня эта. Так, ребаф начинаю, поехали, блядь, перешли. Первого рано сейчас дали, надо было больше на 20 дней надавать. Донт, каску. Мелт каску. Сейчас. Если эти фреймы просто вытащить, решил. Да мне на полку дам. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Что-то шикарное, да. В нас летит сзади. Правее бежим. Блин, туда куда-нибудь. Проход. Куда это я? Фейка мертв. Райс. Да. Сразу упасть. Пойдем. Давайте падаем. Да, ну нахуй там. Минус 8. Пойдем. Он здесь и выйдется в проходе, ребят. А, кстати, да. Да, ну все, пошли похуй. Упал лишний раз очистился от грехов, блядь. Не знаю. Опять бафать вас. Ну, ты грешник. Я первый раз вниз с первого трая убиваю. А я в каком-то доме. О, нихуя. А я в бухте торговцев, короче. С присумоним. У вас же есть. Ну да, а тело где? Не знаю. По телу резать можно? Угу. Кто знает, если оно там есть. Да вряд ли. Ты же встал. Так, это кто? Мелт, да? Есть тут твое тело. Не, Войт Фьюри. У него тоже Войт тело Фьюри. Есть. А где его тело? Пиздец. Нихуя себе. Ну отлично, ясно говорит. Тающий, ты тут, Мелт? Чё это? Ебать, ты там чё долбишь по микрофону-то? Простите. А, может ты у меня на 200 просто выкручен? А как я умер, я не пойму. Что произошло? Как нуб. Нуб умер, последний. А как первый умер, расскажите, пожалуйста. Точняк, ты у меня на 200, я тебя поставлю на соточку обратно. Спасибо. Не за что. Начинай тише говорить. Блядь. Я теперь валка начинаю понимать. Да я пошутил. Я шептал просто. Да. СС 2 минуты. Ну я на сову повешу.
Нет каски, мелт и трич. Сейчас будет. Давай, 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 речь. Давай, быстрее давай. Убьем, быстрее стой. Бафнемся, быстрее убьем. Спасибо. Начинайте. Я, кстати, не понимаю, почему его вот там не начать бить, вот откуда он пошел. Ну, потому что там, видишь, уголочки есть, там уголочка не нету для ебаных миликов, да? Да, да, видимо, это вот в этом все дело. Я тоже этого не понимаю, как бы можно отбегать им туда, но... Милик так не считают. Ну тут неудобно все равно место, его кривовато ставим мы сейчас. Его нужно правее ставить. Ну типа вести вдоль стенки, да? Да, его нужно вот, вот сюда, короче, таунтить и переводить в трусы, и он разворачивается спиной. Все, и теперь разворачиваешься. А теперь нам нормально забегать. Да? Только чуть-чуть, по-моему, сейчас проверю. Да, вот, как раз нормальный кармаш. Ну, если мы щиточки даем, то вообще норм. Да нет, даже на будущее, друг, щитов никогда нету. Ебать, я забыл смотреть за тем, что там летает. Я тоже. Уже смотрю, сзади пьет. Да, вот эти щиточки. Да. А кто у нас вообще РЛ, Донт или Невер? Донт. Понимаю. Далеко летит. Далеко. Я сейчас откатился, даю на сам. Летит вправо от нас, ко входу туда. Давайте проверим, левее пойдем. Не, нормально, нормально, проход залетает. Ой, хорошо, ну все равно. Проверю, я проверю. Все равно встанем левее. Вот если что. Ой, потом шипешки туда будут падать, когда у них Т4 будет. Пидор из МПС, блядь. ШВДшку будет свою юзать постоянно. Я столько раз здесь сдох, блядь. Летит далеко. Нет, он не достанет. Дай щиточек, по-моему, там. А тут на ману или что? Хотя я две успевал. А есть точнее чек? Я сдам. А он кидает големы, големы в големы, бывает такое? Угу. Это просто рандом. Туда далеко летит. Хотя не так далеко. Пока хорошо кидает, мне нравится. Не, я завис. О, нормально все отвис. Дон, ты же суров, че у тебя? Где это прям мало? Гимномана. Какие тебе все мне были? Кольцо. Ноут. Ноут, ты прохил.
Я прожал 50-50. Все, он теперь истощение. Летит, Галем. Проверь, идет. В мили летит. В мили зона. Да, стой. Бежим просто назад, и все. А геру будем сдавать или нет? А 20 геру. Сейчас 22. Летит сзади, не в нас. 21. Сдал мастера урна огонь. Давайте геру. Дамажим, дамажим, дамажим. Меня завис. Геру, 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 геру. Далеко не, летит. Не в нас, да. Я мешаюсь, да? Не в нас. Далеко еще раз. В нас. В нас, в нас, правее, правее, все правее, правее, правее ушли. Не в ту сторону побежали, прямо пробегайте. Ворота. К боссу, идите. Ну не, ворота, ворота, ворота просто. Ладно, идите. И давайте. 300 тысяч добиваем, успеваем. Пока летит даже, все равно добьем. Лица. Ну неужели? Ебать, пиздец, так, ну рольте, дрищ и фейка. А подожди, ну дрищ, он же первый кусок вырлил. А у нее тоже есть. У нее тоже перчатки есть, она в прошлом рейде забрала. А-а-а. Колечко с критом, сова только, наверное, если. Сейчас фейка выиграла. В смысле фейка выиграла? Уже сролили так быстро? Угу. Ну, все отказались. Причем она прям реально выиграла. Их переролил. КЦ, КЦ. Так, все фейки отдавали левую руку. На шахматы? Да, давайте на шахматы. У нас главхи оффается. Ему спать уже надо. Давайте по-быстрому убьем, но... Мы в девятером легко убьем. Да, я просто тоже сейчас, ну, если даже не убьем, мало ли вдруг, но я уже потом спать пойду. Да я тоже. На работу. Да, тактика Галактика, два моба выводите вперед, и дальше там, те, кто знают, садятся по меткам. Я в этого сяду. Кудесника. Да. Я за кудесника шарю просто. Дай мне метку, куда мне садиться, что мне делать. А, да просто череп крест выведи, а в лейна кто-то сядьте. Просто нужно стоять рядом со священниками. А я черепочек выведу. Угу. Остальные... Кто да. В лейна парит, сядьте в лейна. Вой, ты же знаешь, по идее, что делать. Не. Короче. Скажи, что мне в лейне делать, я сяду в него. Короче, вы проходите сюда пешками вначале, а лейн и два священника, метка, пускай это будет трусы и ромб, должны стоять в одну линию. Условно это будет выглядеть комбинация как-то так. Там ромб, трусы, вот здесь в луне будет стоять лейн, это рыцарь, который наш. Кудеснику в целом похуй, кудесник где-нибудь рядом с королем трется. Это будет метка... Блядь, какая стала? Квадрат. Ну, квадрат, короче, автономная будет. Ну, условно, может даже здесь, может впереди, может сзади, без разницы. Вот главное вывести пешек вперед. А ромб с трусами должны рядом с лейном находиться через клетку. В целом такая тактика достаточно простая. Там нужно будет в лейне нажимать героизм. Можно почти, только как на одну клетку продвинемся, начинать его сдавать. А трусы и ромб должны выйти, вот как обозначено, вот так. Неважно, кто из них впереди будет, кто будет сзади. Вы запустите, вот. Блядь, чтобы мы уже начали. Чтобы запустить, прыгните в лейна. И все.
Королем лейна нужно управлять. Кто-нибудь, сова, давай, прыгни в лейн. Это просто гиру нужно будет жмяхать, и все. Вот, в луна, луна, метка луна. Че, я могу прыгать? А, ну я. Прикольненький. Без разницы, кто блять, угодно. Я бесполезными фигурами не люблю играть. Череп квест вперед проходить. Так, ходить? На единичку или на метку рядышком, которая... Да, только она не работает. Ну, нажимай прям и нажимай на ту клеточку, куда хочешь нажать. Единичкой нажал на клеточку. Хотенец вот справа кто-то взял перед треугольником? Нет? Взять пехотинцы перед треугольником, тоже вперед проведите. Ну все, черепочек можно играть, да, садится на трусы, кони, вся вот эта хуйня. А лейн, начинаю уже подкастовывать этот, героизм. Героизм, это, ну, ПЛ, он у тебя там, четвертый молоток, который желтый. Да. Так, целый священник нажимать. Ну, реклемный комбат, трусы вперед и все. Объясни, ходи вперед. Я до босса не достаю, до их. Все, больше ничего не нужно будет. Только черепок назад отойди. У тебя ты в этом стоишь. В моче. Я вышел из него уже. 8 секунд. Хили черепок. Сейчас я. Да, хили. Блять. Че, девочек? Сделал шок. Угу. Все великолепно. Ебать, черепочки. Подкидывайте периодически этого. По чуть-чуть черепочки. Ну, черепок и кресто, который стоит впереди, у нас танкует. А туда, если что, поставьте... Череп новый. Поставили новую лужу. Ну, переводите туда вот коней, водяных элементалей. Они нормально танчат. Коня можно привести. А метки разойдитесь, чтобы вас не... Из огня выйдите. Да. Танк. Ой, король. Наш черепок. Сейчас я к королю подойду конем. 6 секунд. Блять, его заблочили. Ебать, там некромант нас пиздит. Я пока не могу прочитать. А, кто у нас хил? Верочка, да? Да. Выскочи, я тебе сейчас боб дам. И хильм моб этих мобов. 3, 2, 1. Кинул. Я пока не могу прочитать это заклинание. А, блин, какой я хил? У нас же нету хила. Понял, принял, записал, забыл. Пехотинец сейчас сдохнет, крестик. Только его хилить не... Вы не можете сделать. Комбинацию обратно станьте и давайте, лейн, начинаю сдавать героизм. Пока да. Блять, у него хп вообще не отнимается, блять. Че, элементали я... никто не будет водить? Я не достаю, думаю. Героизм. Войд, да, вот, идеально. Чё? Ну, типа, вот, это нужно сдавать пока, да. Да я ебал эту игру в одну кнопку, блядь. А тут все так, тут, типа... Да мне интереснее вон фигурами походить. Вот хули пешка стоит слева. Ну туда может кто угодно сесть, в принципе, если не кайф в лейне. Сейчас скажешь, кто у тебя был хуй, как это так же сделано? Только сейчас нормально. Бля, да, отходи. Ага. Все, нормально. А чё, типа, могу. Чтоб ко мне пешка шла? Да главное, чтобы этот кудесник жил, кудесник много урона вносит. И лейн, главное, чтобы выжил. Ну, по объективным причинам, почему лейн. Че, мне может кудесник это хилить?
Ну, подхилим, но не критично. Ну, я священник. Я просто много хожу, а сейчас клетки нормально выстроили впереди. Главное, чтобы священники еще жили, потому что священники тоже урон наносят прилично. Да нет, по 2000. Ну, слушай, это без Гера. С Герой трешку должны кидать. Не, все четко, убиваем нормально. Блин, зачем? Фейка. Фейка, блин. Не знаю, в чем дело, просто. Чат, я тоже. О, спасибо. Гера, не давай это. Нихуя, че тут петух у меня стреляет? Да ах ты ж петух. Идите конем его пиздите. Боссы. Надо его ставить. Ну, кстати, да, коня можно туда подвести, он сейчас там нормально тоже будет надамаживать. Блядь, я ну, пытаюсь за... элементарно подвести мне. Фейка, только не иди сейчас в череп, не иди в череп, я там ауешь всех было. Ушел у них босс, надо... Ну, он по идее должен вставать, тыкните в него, и он по идее в него должен лететь. Нет. Все, сейчас я элементарно задамажу их. Напрямую надо вставать, да? Да. Ну, да, получается, ну, что так, да. Вставайте, блядь. Ну так, король, иди влево. Я вас отомажу. Давайте, двигайтесь. Чё, мне... Блин, я не могу. Ну, идиот, наискосок хуярь. Да, что-то вот так вот, нормально. Ага, сейчас вот, подойду. Достаю, нормально. Всё, и лейн нужен Геру сдавать, по идее, по всем. Вообще, вот сейчас нормально встали. Гера есть? Да, еще вперед пройдите, и тогда еще и Лему Гер будет давать. Он будет священник не давать. А Элем больше наверное, бьет, нет? Ну нет, все, священник, по-моему, поболял. Священник больше всех бьет, да. Как так? Ну мы сейчас бьем его, там 140 осталось у него. Так, я пока увожу, он умирать начинает. До этого ты можно было не уводить элементаля. Сдох бы до эфинства. Да и священника можно было не уводить. Да, священника можно было не уводить, священника можно было бить. Элементаля в крест ставь, а священник второй раз. Он сейчас умрет. У нас там мейну еще неприятно. Ой, на куча ПП. Глупо. Очень глупо. Все, 60 тысяч. Лына уже, блядь, 200. Кутесник. Я его подхилил просто. У нас у босса 40 осталось. Просто добить его. Вводите лейна, вводите лейна куда-нибудь назад. Ничего страшного, я уже в соляру добью его. Там 20 тысяч, конечно. Просто вводите лейна, это подальше от пешек от этих. Давай, сведемся вместе с кудесником. Нихуя он охуел, смотри, сейчас разобьет меня. Блять, а есть сюда подхилить? Войт, есть? Я выхожу из формы, Войт, я в тебя кидаю этот. Выходи и хиль. Нафига, когда там 2000 босса остался. Ну ладно, давайте еще один пул. Сейчас убьем. А че, мы проиграли, что ли? Мы выиграли? Ты че? Я же говорю, там 2000 осталось у этого босса. У их. Наш босс умер, потом их тут же умер. Нам засчитало. Так, че, колечко, говно. Ого, 70 хосты. Кольчуга? Да тут же даже на лево можно брать такие штаны. Даже не считаю, что там МП5, а не квит, и не меткость.
А вот кольцо свиное. Так, ладно, все. Спасибо. Когда-нибудь будет ик. Пока не знаю, когда. Спокойной ночи. Никогда. Давайте, доброй ночи. Спокойной ночи всем. Адьос.